Друзья, у меня на столе очередная настенная вешалка. Мы их показываем частенько, предлагаем различные варианты. Ну, а вы уже решаете, какая из них подойдет к вашему именно помещению. Сегодня я хочу вам показать вот такой вот немножко такой вот дворцовый, наверное, немножко напыщенный такой вот стиль. Сделана она под медь. То есть вот можно выбрать в принципе любые цвета, под бронзу, белую, черную. Вот на странице товара можно подыскать, подобрать любой цвет. Сделана она сделана она способом холодной ковки, то есть металлические профиля определенным образом обработаны, определенным образом сварены, ну и получилась вот такая вот достаточно жесткая конструкция. Значит, есть ушки, за которые эту вешалку можно разместить на стене достаточно надежно, ну и 5 крючков двойных, тоже очень жесткие, вот с такими вот шариками на концах, чтобы не испортить одежду, если даже придется вам вешать как-то так вот за воротник. Ну, одним словом, удобная вещь однозначно для размещения в загородном доме или даже в квартире. Спасибо.